Идет тенденция к снижению заболевания коронавирусной инфекцией в Выжгутинском районе. Об эпидемиологической ситуации, о работе ковид-госпиталя и о мерах предосторожности рассказал сегодня главный врач Выжгутинской центральной районной больницы Марат Шакманов. Алихан Лепшоков с подробностями. Часто начало недели бывает напряженным из-за большого количества поступающих в ковид-госпиталь. Но на этой неделе у нас много выздоровевших больных тяжелой формы, отмечает главный врач центральной Уджигутинской больницы Марат Шакманов. На сегодняшний день лечебное учреждение обеспечено всеми медикаментами. Врачи оказывают необходимую помощь больным. Вчера было выписано 15 человек, было госпитализировано 8 человек. По поводу амбулаторных больных на уровне района, сейчас что стало лучше? Сейчас стали обеспечивать на амбулаторном этапе противовирусными препаратами, антикоагулянтами начали обеспечивать и жаропонижающими, которые необходимы на этапе амбулаторного лечения для пациентов. В целом выписаны более 800 больных из ковид-госпиталя. Эпидемиологическая ситуация в районе достаточно стабильная. Каждый день медработники выезжают на вызовы. Если быть точными, вылечилось уже 873 человека, выписаны по выздоровлению. И 164 человека находятся на стационарном лечении на сегодняшний день. Да, смотря вот, анализируя ситуацию, возможно, мы сейчас на какой-то плато, возможно, идет небольшое снижение по сравнению с тем, что было. Также Марат Муратович отметил, что проблем в госпитализации тяжелобольных коронавирусной инфекцией нет. В аулах и отдаленных населенных пунктах также активно работают участковые врачи, которым могут обращаться жители при появлении симптомов COVID-19. Во всех аулах в Выжгутинском районе имеются прикреплены врачебные амбулатории, участковые больницы, где там имеются доктора, которые наблюдают за населением данного аула. И есть бригады, которые выезжают на заборы мазков. После забора мазков приходят результаты, уже доктор с ними связывается по телефону или делает первое посещение пациентов, у кого выявлен COVID-19, назначает лечение. И после этого уже идет динамическое наблюдение. Главный врач Марат Шакманов еще раз призвал жителей соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, чтобы сохранить здоровье себе и близким. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Узжигутинский район.